Скажу так, что ехали сюда за победой. Вот обманывать не буду. Я понимал, что будет очень сложно в Слуцке. Вот, во-первых, играющая команда, во-вторых, после финала. Вот, эмоции немножко не те, но как бы беру ответственность на себя в плане том, что не угадал со стартом составом. Вот. Немножко, я так считаю, что ошибся. Вот, хотя не скажу, что были сильные провалы, но в любом случае догонять всегда тяжело. Вот, а потом получилась такая игра, в принципе, во втором тайме довольно контактная. Я не скажу, что она там была очень жестокая, но жесткая она была, да. И эти вынужденные замены, которые мы, в принципе, не совсем я планировал, вот, они, к сожалению, сыграли, и потом у нас уже не было, уже был дефицит игроков. Вот, поэтому, ну, что делать, ничья, хотя, конечно, очень расстроен. Спасибо. Какие-то вопросы? Капитан, еще Гружини вышел в стартовом составе, я понимаю, выпускаю его, ушли на определенный риск. Да, конечно, потому что тренировки тренировками, и хотелось посмотреть в игре. Вот в таком режиме ожидал совсем другого, поэтому я думаю, что будем расставаться. Спасибо. Да, еще вопросы? Про ошибки в стартовом составе ты только про него, либо еще? Ну, много, очень много было изменений. Я не буду там уже дальше, скажем так, переходить на личности. Но, конечно, основных игроков придержал, поэтому, ну, отыгрываться всегда тяжело. Еще вопросы? Если вопросов нет, то пресс-конференция окончена.